одни велосипеды. Да. И тут тоже. И тут тоже, да. Прямо уже видно акведук, который построен во время Византия. С верхней частью там есть канал, который немножко наклонено направо от нас. Вода принесли около 15 километров за крепостные стены, которые окружают весь город Константинополь. 15 километров за крепостные стены, там есть такая гора, которая называется Белград. Это